Время подходит к обеду. Мадруса шатается. Наш именинник ремет по секрету. Конкуренты подбирают. Это у нас находки с утра до обеда. Но мы, правда, халявщики, халтурщики. Мы не шурфем, мы просто верховые копали. Все цари, ребят, царей советов нет. Вообще о, класс. Есть. Ну, Русик, наверное, с прошлого копа завалялась. Короче, вот так вот, ребята, я думаю, неплохо на выбитом-то месте, да? Да. Мальчик к нам, ребята. Молодцы, ребят. Давай дальше. В честь дня рождения Серега решил сультовать. Сколько салюта, короче, вон? Пускай гавкает, пускай гавкает. Серега решил сультовать. Ну, огонь! Ребят, пришел Крустик, и говорят, первая неудача в плане того, что он лопатой ее черканул, но это не плачевно. А 2,65 год. Может, грунт такой кованный. Ну, хорошая монета. Надеюсь, после чистки будет результат хороший. Ладно, Рус пока чемпион. Погнали. Так, это Яндекс такси, ребята. На такси приехали к нам находки. О, ну это советик 20 копеек, юбилейный, 50 лет. Так, ну Костян у нас зашурфился. Дом стоял до 61 года, до 67 года. И у него прут советики. А мы ходим по верхам, собираем цариков. Вот так вот. Кому как пока. Итак, ребят, до этого поднял несколько советиков, но это я вынужден вам показать. Я взял вот такой кругляшок, протер рукой, а оказывается это 10 копеек царский, 1910 год. Сохран хорош, хорош. А здесь сейчас протрем, посмотрим. Ну, пойдет, в принципе, хорош сохран. Обычно серебро на ваниши что-то за 30 шкалит, а это показал 25. Ну ладно, пойдет. Красота. Идем вон на те вон бугры. Там могут вкусненькие быть. Ну что, ребята, второй подряд. Видите, желтенький. Серебрушечка. Год. 23-й, пятнашка. И видите, сохран хорош, хорош. Вот такая красотка. Вторая серебрушка. Зачет. Возле чьего-то фундамента проходим мимо. Хорошо. Ребят, только что хвастался Сереге. Даже сигарету, видите, всего-навсего сколько скурила. Решил закопать ямку, ну и прозвонить. И смотрите, здесь еще одна. И тоже серебрушка, Сереж. Тоже 23-й год, ребята. Да, еще одна пятнашечка 23-го. Звони еще. Угу. Сейчас еще звоню. Две подряд в одной ямке на одну прозвонку. Что, ребята, мы ехали, Рустик говорил, будет к дождю, дождь к серебру. И вот смотрите. Вот она, ребята. Еще одна. Еще одна серебрушечка, и это царская, смотрите. Смотрите. 1909 год.
Класс, класс. Такая желтая пасня. Зачетно. Классно, продолжаем. Продолжает искать мне серебро. Что там, как получается? Получается? Еще есть? Еще есть, да? Чудо-то мое. Будем еще искать. Фу, ребят. Сложная находка. Яма, смотрите, какая глубокая. Почти полметра. Смотрите, лопата 40. И она, видите, еще насколько ушла. Где-то 60 даже, может быть. И вот здесь вот. А вот она. Откопалась. Монетка царская. Вот, сохран какалечный. Что за монет, не знаю. Но сохран, видите. Видите, какой сохран. И это домовая. Домовая монетка. Ладно, пойдет. Здесь дом, походу. Все, здесь тракторам, походу, стаскивали вниз. И вот на бугре находки. Ладно, продолжаем. Итак, ребята, растянулись небольшой грядой. Серега на горе Рустик. Там Женек проснулся. В общем, у меня монета. Вот она. Красивая. Ага, красивая. Ботнута, смотрите. Копейка, 1842 год. Жаль. Копейка серебром. Ой, 42-й, по-моему, дорогая. Закон подлости, если дорогая, прям ай-яй-яй. И да. Ну, тоже. Поддался сигнал. Ну что, ребят, продолжаем ходить по битому месту. Смотрите, яма, 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 яма. В общем, все в ямах. Все в ямах. И вот среди моей ямки... Ребят, сегодня день серебра. И снова 10 копеек. 23-й год. Хорош, хорош. Чемпион я сегодня. Серебро прямо сегодня липнет. Продолжаем, кинг у меня уже устал. Уже устал. Ходим, бродим. Ну что, ребята, помимо серебра... У меня пруд и медные. Вот она, медная выпала у нас на этот раз. Что? Ох, это у нас 1/2 копейки. Сохран какой хороший, а. Хороший, 43-й год. Такая вот зачетная. Класс. Продолжаем. N1. Ну что, ребят, ходим по такой красоте. Типажи сгорели. И тут сигналы у нас вываливаются. И это у нас очередной царь. Копейка. 1901. Я уж подумал, 17-й. Раскатал губу, блин, да? Скажете вы. Ходим, бродим. И находим. Ребят, говорят, пятаки Катины хорошо звенят. Не знаю. У меня звенело плохо. Может быть, из-за того, что ямка слишком глубокая. Я уже сомневался, потому что, смотрите, ногой распинываю, ничего нету, а сигнал есть. И вот последний пинок. Ай, смотрите, какой сохран, а. Блин, смотрите, какой бодрый. Офигеть, смотрите, красотуля какая. 97-й год. Вот так вот, пальцем проводишь, смотрите. И прям... Слой патина до сухого слазит. Класс, 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 класс. Сегодня прям ударное серебро. Катин пятак. На прошлом видео тоже Катин пятак был, но вы сами знаете, какой он был хороший. А этот, блин, чудо. Ладно, ходим, бродим, находим. Итак, ребят, сигнал мерзкий был. Такой, знаете. И смотрите, что. Рубль, голова Ленина. Вот так, сегодня были юбилейные у нас Ленина. А это 100 лет. 1 рубль. Зачет, зачет, зачет. Идем дальше. Итак, ребята, ходим, бродим. Рядом Яндекс.
Костян, это Костян. И вот у меня, смотрите, кругленькая. Павел! Ай, какая красивая! А с этой? Ну, с этой немножко похуже. А 1800 год. Красивый год. С этой стороны вообще огонь. Смотрите, какой. Класс. Ладно. Да, вон, смотри, какая. Ну, красота вообще. Ага, а здесь немножко чистить надо. Не, ну, сохранил вообще зачетный. Да. Гурт высокий, и рельеф тоже не подкачал. Ладно, продолжаем. Откуда он спадает? Вот у меня выпал находочка, немножко расширил, думаю, может там... Ну, все же хотят думать, что он остальной там, но его там уже нет. Только створка, загнутая ушками. Попробую вокруг, похожу, может, еще чем черт не шутит. Ну что, прозвучал еще один шикарный сигнал, прямо вот неглубоко. И выпала монета, но я не могу понять, что это такое. Размером с 5 копеек николаевский, но это не они, гурт такой гладкий. Он что-то просвечивает. Не могу понять. Ну, придем в лагерь. Попробуем что-нибудь отмыть ее немножко. Наверное, может, горит. Не знаю. Продолжаем. Итак, ребята, монетка. Вот она. Прям среди ям. Смотрите, я даже вот сейчас в яме стою. Среди ям. Ямы. И вот, смотрите, слепочек остался. И монетку достаем. Что за монетка? Копейка царская. Николаевский образец. Ну, на ней зашлепы, как на шурфах. Так что монетка дымовая, не потеряшка. Да, здесь все тракторами двигали. Вот они здесь так вот хаотично от фундов. Ладно. Идем, не знаю, что там у пацанов. Но у меня пока есть. Ой, долго-придолго ходил. Устал уже, отчаялся, думал, что это ничего. Оказалась монетка. Елизаветовский вензель даже проглядывает. Ну, походу, с фундамента подокисленная. Может, и отойдет. Коньяк вроде тоже вон виднеется. Ну, да, кисленность отваливается, шатня. Ну, продолжаем. Здесь низинка просто, видать, подтапливает. Вот уже начинается азарт. Вон ямка от первой двушки. Елизавета. И вот еще деньга, наверное, все-таки. Тоже елизаветский уже там потянул. Земля липкая вообще. Дождь весь день идет. Ага. Вот Екатерининская. Ну что, надо здесь прямо прочесать, наверное. Сейчас. Вдруг еще тут денежки старые какие. Итак, ребят, у нас пополнение в наших рядах. Приехал пацан, с которым много-много лет у нас завязалась дружба. Именно из-за того, что он как-то, блин, может быть, как вы, обратился ко мне и сказал: Саня, у меня ни хрена нет находок. Смотри, как пуля! Смотрите на Илюху. Он пытается что-то заснять на телефон и отправить домой. В каких мы условиях сегодня отдыхаем? Меня домой отправить? Деревни по верхам после того, как деревня сгорела дотла, ребята, дотла, и находки верховые. Так что шурфить